Приветствую всех любителей кровавых гонок, с вами Rush Narizuka, и это онлайн-мясо по игре Twisted Metal. Итак, с нами играет Noob Mix, Free Dancer Игорь, FBI Dark, Drink McHuggins и Denom 3000. Значит, сейчас будет командный бой, карта другая, Watkins Harbor называется. Вот, машину мне выбирать, какую-нибудь другую, Камикадзе, Эксель, Дев, Ворант, вот что это за тачка такая. Скорость броня, спецоружие, скорострельный пулемет, сводящиеся ракеты. Давайте попробуем эту тачку взять. Вот. Это чат, тут игроки могут передавать приветы всем участникам. Ну что ж, начинаем. Вообще до 15 человек может, а тут до 14 сейчас в командной игре. Сделано, могут заходить в игру, можно играть 7 на 7. Но пока еще, видать, не столь популярно. Точнее, мясо по этой игре только начало проводиться, и многие еще про это не знают, поэтому игроков мало у нас в мясе. Вот. Победившая команда получает дополнительный опыт. Что дает опыт, я еще пока не знаю. Что он дает? Может, какие-то возможности по выбору тачек там, или если какое-то преимущество у игрока, у которого много опыта перед тем, у кого нет опыта. Не знаю. Узнаем все постепенно. Добро пожаловать на командный бой. Очки за убийство. Так как можно. О, кстати, камера меняется. Можно вот так сделать, чтобы лучше видно было, да? Ковато, конечно, но с другой стороны. Опа, кто-то меня сзади уже долбит. Короче, красный это. Пойдем, где наши сходят? Члены команды все? Почему у меня трое накинулись? Кстати, как посмотреть, кто в какой команде играет? Так, ладно, пока их команда ведет за счет того, что меня захерачит. Ни за что, ни про что. И сейчас пытается опять это сделать кто-то. А где радар? А, радар, наверное, точно. О, 1-1, наши уже кого-то нагнули. И это хорошо. Сейчас я кого-нибудь наткну. О, по-моему, ему скоро хана. Иди сюда. Куда он делся? Черт, он свернул где-то. Блин, этот здоровый. А почему Макагинс оказался не в моей команде? Мы же должны были быть в одной команде. Что за фигня? Так нечестно. Ваши силы не исходят. Как оно распределяет команды, я не понимаю. Да, чувствую, сейчас мы отсосем по голову. Так, ну Микс хотя бы в моей команде. Еще всякого хлама собираем. Не очень нужного, наверное. Один. Засранцы ведут. Как бы их наказать? Я еще. Так, вот кто-то на радаре появился слева. Ни хрена врагов не вижу. Thank you.
О, там кто-то уже еле живой, надо добивать. О, вот он. Давай. Есть, я убил Макакинса. Мойщик убит. Призовое восстановление. Тихо. Блин. Нет, ну уже прогресс. Что-то они опять идут на одну очку. Так. Сюда иди. Сюда. Да он там. Тот засранец. А, кто-то меня нагибает. Кто это? Сворачивайся, мы его вроде бы. Нет, мы его не вроде бы. Черт возьми! Жизненные проблемы. Большие причем. Такое ощущение, что это типа защитное поле на время создается, да? Да похрен, иди сюда! Я валим. Черт, он меня заморозил опять. Гони! Ракета, это то, что нам нужно. Я хочу жить, ребята! Вам грозит смерть, восстановите силы. Как мне ее восстановить? Вы скажите, как я восстановлю? Черт! Срочно восстановитесь, иначе умрете. Да знаю я. Я не вижу, кто меня восстановит. О, я кого-то убил, сука! Ладно, главное, что кого-то завалил. Хрен с ним, что сдох уже и был на волоске и так от гибели. О, мы на одно очко ведем. Вот это уже круто. Где эти чудо-гонщики? Карты, конечно, большие, а нас сейчас народ немного. Может, все-таки мне в следующих раундах создать поменьше карт. Можно играть не на всей карте, а на каких-то отрезках. Я думаю, это будет более эффективно, потому что сейчас тяжело всех искать. Давай. Где он? Он сваливает. Есть, я его завалил. Это уже восстановлено. Черт, это дайте. Отлично. Воинщик убит. Призовое восстановление. Есть. Ваши силы на исходе. Так, все, сваливаем. Валим. Где бы починиться, ребята, где? Вы умираете, восстановите здоровье. Вот где, покажите на карте. Ай, все, бесполезно, я застрял, меня добили. Ай-яй-яй-яй-яй! Кто-то меня хочет нагнуть!
А это будет его ошибкой. Магагерс, что ли? Где ты? Где ты, детка? Сюда иди! Сюда куда свалил-то, а? Пугался. Спецоружие. Давай! Это не он, черт возьми, он куда уделся, я бы мог добить. А вот жизнями проехал тачка, он мне сейчас это нафиг не надо. Так, я вижу цель. Давай, есть! Ха-ха-ха-ха! Погнали, погнали! Так, тихо! 10, 9, 8. Приведем на 2 очка! 6, на одно убийство, 5, черт! 4, 3. Сейчас главное 2, не нарываться. 1. Ваша команда. Есть! Блин, с разрывом одно убийство, охренеть. Ну ладно, главное выиграли. Я-то, конечно, пользы мало команде принес. Скорее наоборот. Так, вот опыт растет, вот скоро у меня будет рейтинг 2. Что он даст, я хрен его знает. Может, только чисто понты. Так, а нас что, 5 всего было, что ли? Их 3 против нас 2, охренеть. Или один вылетел, а вылетел, походу, один. Который всех больше очков набрал в команде. О, тут уже на серваке народу побольше. Вот это уже будет круто, я так думаю. Макакинс, почему тебя в другую команду закинул? Мы же вот со, как бы вот с одной стороны находимся. Понял. Почему тебя в другую команду закинул? Хотя мы вроде бы вот тут распределены, ну, с одной стороны. Меня там без понятия закинули. Ладно, так, значит, поскольку народу стало больше, да, уже 11 человек, тогда мы карту маленькую ставить не будем. Так, теперь, значит, мы что, убираем? Командный бой на выживание. Игроки делятся на 2 команды, побеждает выжившая. Думаю, будет круто. Что там в чате происходит? Старт, старт, конечно, ребята. Так, кто сказал, что хост сосет, ты сам отсосешь, понял? Так, погнали. Быстрее! Бомба или пушка? Эта бомба может прилипнуть к стене или машине противника. Используйте эту возможность. У меня, кстати, нету бомб или пушки. Я их хочу подбирать надо, или они в определенных тачках только есть, не знаю. Я еще толком не разобрался во всем этом деле. Как тут еще выбирать? В общем, я знаю, что R2 стрелять теперь с оружием, выпускать ракеты. Вот. А больше мне ничего и не надо пока. Командный бой на выживание. Общие жизни. Общие жизни. Что за фигня? Кто это? Фига себе, у меня уже жизни не осталось. Это как так? Или что это? А, вы вообще полоску жизни. Все. А, тут возрождение идет, то есть как бы команда. То есть. Немножко другие правила, нежели я думал. Ну ладно.
доступно спецоружие. На тебе, получай! Жалко, все закончилось, черт возьми, это хреново. Ну-ка! Спецоружие снова в игре. Есть, молодцы! У вашей команды 3 жизни. Что это, что ж? 5, а у нас 3 жизни все осталось. Это как так? Ну, короче, все понятно, тут просто ограничено количество жизней. Доступно спецоружие. У вашей команды 2 жизни. Чего уже 2? А че, куда они деваются? Кто тут, кто все дохнет и все сливает? Что-то у меня летит. О, кого-то бомбанули. У команды осталась 1 жизнь. Как так-то? Оказался помощнее немножко. Бойщик убит. Призовое восстановление. Так, вот там Макакинса надо завалить. Стреляет по команде, не понимаю. Рандом что ли идет такой? Блин, ну сейчас меня завалит гад. Надо пока не захотел забить. Доступно спецоружие. Срочно восстановите все. Хана мне. У вас остается лишь 5 машин. Чего 5 машин? А, ну то есть у всех по одной жизни надо осталось. Потому что жизни 0. А у них 2 жизни еще, дополнительные 2 тачки получается. Хорошо. Да, ну тачка работает с такой, таким звуком неприятным. Переключать, вот у меня, смотрите, сколько оружия накопилось, но я не могу понять, как его переключить. Он автоматом все выстреливает по очереди какой-то. А выбрать у меня не получается. У противника осталось 1 еще жизни, 5. У нас уже, то есть каждый, кто сдох, он все, он больше не появляется теперь. Скоро я один останусь, потому что я вдали где-то катаюсь. Так, сейчас. Накопим оружие. У вашей команды 4 машины в запасе. Давай, ракеты. Черт, блин, столько всего накопил. У вашей команды 3 машины в запасе. Все, короче, остались вот наши.
Трое наших осталось. Evil Monkey 666. Что он делает? Я, кстати, не пойму. А, вот, поехал, поехал. Кто там у него лежит? Я не помню, это что это? Катафалк, что ли? У вашей команды в запасе две машины. Так, 2-5. Их пятеро наших, двое осталось. У противника осталось 4 машины. У противника осталось 3 машины. Ой, блин. Чувак, давай, выживай. Тут люди под лаги уже есть. У нашей команды в запасе только одна машина. Вот последний остался. Катафалк. Точно там какой-то труп у него. Что-то типа того. Терпите поражение. Мы просрали. Вот такой забавный был раунд. Что, довольно интересно играть в командной игре. В первом раунде мы выиграли, а во втором проиграли. Я всего одного завалил, три раза сдох. Хреново. Так, ну чё. Следующий режим. Командная охота. Игроки делятся на две команды. В каждой команде случайным образом выбирается игрок-жертва. Ваша задача — защитить свою жертву и убить чужую. Если вы сами стали жертвой, зарабатывайте очки, убивая врагов. Побеждает команда, чей счет в конце игры окажется больше. Понятно. Народу нормально. Так. Тут идут разборки со всякими сосателями. Погнали, ладно. Так, а вот сейчас я гляжу. Вот Макаренса откинул в правую команду. Я не знаю, это слева-право это команда или это просто так вот, то есть... Понятно. Нет, наверное, это даже не команда. Как-то распределяет, не совсем понятно. А что значит ND? Вот у меня около машины написано ND. Будучи жертвой, оставайтесь живы как можно дольше. Можно, наверное, просто сваливать и все. И не обязательно, наверное, кого-то убивать. Просто за это будет дополнительный опыт идти, но. Постараемся выжить. Надеюсь, не я жертва сейчас буду опять. Как в прошлой серии. Это командная охота. Чёрт, я походу. Блин, зачем я это нажал? Я путаю, думал ускорение нажать, а нажал пулемет зря использовал. Ладно. Будем, короче, валить отсюда. Нам главное как можно дольше продержаться. Спецоружие снова в игре. Короче, валим. Противник жертва совершил убийство. Одно очко. Ага, там же... Ой, нафиг, 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 нафиг. Парни, спасайте. Мне не
хрена не осталось. Все, меня завалили, черт. Убит противниками. Одно очко противникам. Да. А почему счет 2-0? Как так может быть? Или у них жертву убил двоих наших? Странно. Странная ситуация. Ваш игрок-жертва убит противниками. Одно очко противника. О, жесть. Так, ну ладно, надо, короче, ехать помогать. Либо мочить жертву, либо защищать своего. Сюда! Черт, куда он там свалил? Зараза. Ой-ой-ой, что это за робот-трансформер? Доступно спецоружие. Блин, он фига он скачет там. Этот робот, а это FBI, он, типа, я так понял, сам продвинутый игрок по этой игре. Где ты? Назначена новая жертва. Как его, блин, поймать? Ну что ты прицел, ты не наводишься на него. А я что? А чё, я был жертвой? Какого фига? Команде противника. Нифига, мы отсал свои 5-0. Все, я сейчас сдохну опять. У нас минус один. Противник жертва совершил убийство. Одно очко. Ваш игрок жертва убит противниками. Награда противнику одно очко. Что-то вообще жесть какая-то творится. А! Ну что ж такое? Противник жертва совершил убийство. Как он такой крутой? Одно очко. Спецоружие. Ваш игрок жертва убит противниками. Награда противнику одно очко. А я жертву опять почему-то. Я что, кого-то завалил? Я что-то даже не улавливаю. Завалил я кого или нет. Но раз я жертву, надо валить отсюда. Чтобы, будучи жертвой, завалить их жертву. Это было бы круто. Вот. Там что-то тоже здесь играет. Хрен за кто завалить. Противник жертва совершил убийство. Одно очко. Да, сейчас я сдохну быстро. Да. Убить противниками. Одно очко противникам. Да, жестокий режимчик. Убивай, никто его убить не может. Противник жертва убил вашего игрока жертву. Вот, блин, зараза. Противника. Дайте мне его завалить.
Жесткая игра, жесткая. И сложное в освоении. Ну, как противник понять? По управлению. Убил вашего игрока жертву. Два очка. Почему я там опять стал жертвой? Должен же тот, кто. Или тут просто автоматически переходит это звание, когда наших валит, да? 615 минус 1. Это реально кто-то у них там тащит это, да, VI. Всю команду. Ребята, защищайте, блин! Не хочу умереть. Ваши силы на исходе. Противник жертвы убил вашего игрока жертву. Два очка команде противника. Жесткач. Вообще не убиваю какой-то трактор, блин. Ну давай, 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 ну! Противник совершил убийство. Одно очко. И в того мы стреляем. Вот он, жертва. Абортом. Противник жертва совершил убийство. Одно очко. Ваш игрок-жертва убит противниками. Награда противнику – одно очко. Это нереально. Это просто жесть. Где там? Противник-жертва убил вашего игрока-жертву. Два очка команде противника. Блин, опять я жертва. Ну что ж такое-то? Кого-то завалить. Смеющийся призрак, не наводись на меня. Валим, валим отсюда. Фу, пипец, вообще тут невозможно выжить. Награда противнику — одно очко. Да. Ваша команда проиграла. Все, мы отсосали. Просто жестко. Просто так, такого еще не было. Так хреново. Нам еще не было. Посмотрим статистику. Сервер готов, игровой защиты. Что значит? Что это вообще значит? Ладно, у меня хоть рейтинг 2, уровень плюс 1, что только что это мне дает. О, вообще хреново. А что у нас опять двое тут показано? Почему у нас только двое показано? Две святоши, блин. Да. Хотя нас вроде больше было-то. Или мне так показалось. Ну что ж, друзья, на этом данная серия онлайн-мяса по игре Twist от Metal завершается. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если вам нравится это мясо, хотите видеть продолжение. С вами был Рашнарезука, до новых встреч!